Последний домашний матч в календарном году и самый принципиальный соперник. Во вторник текстильщик на своем поле принимал владимирская «Торпедо». Игру обе команды начали не очень активно. Однако уже в середине второго тайма футбольный азарт заполонил трибуны стадиона. На 16-й минуте хозяева поля заработали угловой, после которого им впервые удалось довести атаку до логического конца. Буквально через несколько минут владимирцы ответили более опасным выпадом. Удар с дальней дистанции чуть было не поразил ворота Андрея Романова. К счастью, голкипер был начеку. Вскоре ивановцы получили реальную возможность открыть счет. К сожалению, возможность была упущена. Через несколько минут еще один момент, который просто обязан был завершиться триумфом красно-черных. Так, до самого конца первого тайма команды держали друг друга в напряжении. Но счет на табло оставался неизменным. Вторая половина игры, без сомнения, прошла за преимуществом красно-черных. Но ни одна из атак так и не завершилась голом. К финальному свистку на табло все еще горели баранки. По словам тренера команды «Торпедо», игра была принципиальной, но силы оказались равны. Мы опасались, очень опасались, помимо того, что текстильщик представляет собой достаточно грозную силу, мы опасались именно вот этого настроя, вот. Хотя рассчитывали, в общем-то, и немножко покусать хозяев. Вот. Но думаю, что результат, так, если уж по большому счету, наверное, закономерен. Наверное, ни так, ни другая команда на победу не наиграли. Наставник красно-черных заметил, если бы хоть долю нынешней самоотдачи его ребята проявляли в предыдущих матчах, черной полосы текстильщика могло бы и не быть. В данный момент для нас это шаг. Если мы оставим эту самоотдачу, то через работу, через труд оно все вернется. В этих играх не бывает много моментов. Они были. Реализация. К сожалению, она у нас страдает в последнее время. Я думаю, скрывать здесь нечего. Вы сами это видите. И знаете. Завершит футбольный календарный год выездной матч с питерским «Зенитом-2». Пока же положение текстильщик в турнирной таблице остается прежним. Лишь 10-я строчка. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.